В Алматы за ночь произошло больше полусотни аварий. Коллапс на дорогах вызвали сильные осадки. Сначала шел дождь, а затем повалил снег. Движение парализовало. В период с 20 часов минувшего вечера до 6 утра сегодняшнего дня в мегаполисе произошло 52 дорожно-транспортных происшествия, в 18 случаях пострадавшими. Благо, погибших нет. Минувшим вечером в Алматы образовались 10-бальные пробки. Естественно, не обошлось без аварий. В сети распространяются кадры, снятые на одном из крупнейших проспектов. Там за несколько часов произошло сразу 3 ДТП. Никто не пострадал. Для уборки снега задействовали около 500 спецмашин. Трудилось больше 1000 человек. В городе уровень осадков достиг 17 миллиметров, что является нормой. А вот горную местность замело намного сильнее. Алматинцев уже предупредили о возможном сходе лавины и попросили воздержаться от похода в горы.